Наши юмористы усмотрели в этом. Зеленский, как тебе? Эх, Зеленский, был хороший, веселый мальчик, юморной. Куда тебя несет? Это вообще невероятная история. 20 лет ты работал в России, знаешь русский язык. Как ты мог допустить такую ситуацию? Что делается с людьми? Неужели все только деньги? Бабки. Мог бы и с Россией дружить, и дальше продолжать. Но нет.